Музей Второй мировой войны – государственное учреждение культуры города Гданска в Польше, созданное в 2008 году. Музей открыт 23 марта 2017 года и находится в подчинении и ведении Министерства культуры, национального наследия и спорта. Здание музея впечатляет снаружи. Архитекторы задумали, чтобы футуристическая наклонная призма символизировала будущее, а я думаю, в этом что-то есть. В надземной части расположены конференц-залы и офисы, а наверху находится ресторан. Уровень, на котором стою я, символизирует настоящее. Так где же прошлое? Оно расположено на глубине 14 метров ниже уровня земли. Здание музея имеет 35 тысяч метров квадратных. Под основную экспозицию отведена площадь более 5000 метров квадратных. Мы начинаем наше путешествие на глубине 14 метров под землей. Поэтому, войдя в здание, нам необходимо подойти к лифтам, чтобы спуститься на соответствующий этаж. Постоянная экспозиция состоит из трех частей: «Дорога к войне», «Ужас войны» и «Длинная тень войны». В общей сложности 18 тематических залов, посвященных различным сюжетам, послужившим началу и дальнейшему развитию войны. Основная экспозиция включает около 2000 экспонатов, но есть и около 240 современных мультимедийных станций, на которых посетители могут посмотреть архивные фотографии и фильмы, посмотреть рассказы очевидцев тех событий, ознакомиться с интерактивными картами, отображающими военные стычки и изменения государственных границ в годы Второй мировой войны. Музей Второй мировой войны увековечивает эти моменты, а также показывает истории простых людей и повседневную жизнь в эти трудные времена. Трудно найти лучшее место для такого музея, чем Гданск, город, который был стратегическим пунктом для Гитлера и где впервые было оказано активное вооруженное сопротивление Третьего рейха у депо Вестерплаты и Польской почты. Одна из главных целей музея – показать миру военный опыт Польши и других стран Центральной и Восточной Европы, который во многом различен и мало известен в Западной Европе и неевропейских странах. Основной акцент в историческом повествовании делался на судьбах отдельных людей, общин и народов. Военная история – это повествование о повседневной жизни мирных жителей и солдат, оккупационном терроре, таких явлениях, как геноцид, сопротивление оккупантам и великая политика. Цель такого подхода к теме – отразить уникальность опыта Второй мировой войны, в котором гражданское население понесло наибольшие жертвы. Здесь я натыкаюсь на довоенную польскую улицу. Близится вечер, в витринах горит свет.
поэтому я легко могу прочитать названия книг из заголовков журналов. Все выглядит очень реалистично. Минутка передышки в Польше, и я отправляюсь в мир. Сначала в Азию, где в 1937 году японские войска атаковали Китай, а затем в Москву. В этом городе 23 августа 1939 года был подписан пакт Молотова-Риббентропа, закрепивший начало Второй мировой войны. 1 сентября 1939 года – дата, известная каждому поляку и многим людям в мире. В этот день Германия напала на Польшу, что считается началом Второй мировой войны. Помимо фактов и мест, известных из уроков истории, музей расширяет знания менее известными событиями и фотографиями разбомбленных Люблина и Белгорода. А здесь демонстрируется очень трогательная короткометражка под названием «Осада», номинированная на «Оскар». Чтобы в полной мере оценить и понять увиденное, необходимо арендовать аудиогид. Это полезно еще и потому, что музей чем-то напоминает лабиринт, и с его помощью знаешь, в каком направлении идти. Аудиогид можно взять на прокат детям от 12 лет. Мне кажется, это минимальный возраст человека, которого может заинтересовать тематика основной выставки. Для детей помладше есть выставка «Путешествие во времени», которая очень наглядно приближает их к сути войны. She had been on constant duty 7 days and 7 nights. Patients had been moved as quickly as possible. In the operating room, surgeons had been ushering a new life into this world of death, for this was Warsaw's largest maternity hospital. When the siege had begun, the hospital had taken in other patients as a gesture of mercy. So it had been unusually crowded at the time of the raid. There had been more than 50 mothers with babes only a few days old. When the bombs started falling, most of these mothers were removed from the wards and taken to the cellars. There, they sat on the cold, dank tile floor, holding their newborn infants on their laps. 4 days old, and already a casualty of war. Here were youngsters with life just started. Экспонаты включают куртка British Battle Dress, принадлежавшая польскому летчику на службе в Великобритании, копия шифровальной машины Enigma, буквы, написанные на берете в трудовом лагере, также сувениры солдат, убитых в Катыни, знамя 6-й тяжелой артиллерийской дивизии Львовского полка, фуражка полицейского службы еврейского полка и узника нацистского концлагеря, французская форменная куртка солдата польского войска во Франции, набор принтера с транспортировочным ящиком и находящимся в нем оборудованием. Вторая мировая война унесла приблизительно 55 миллионов жизней по всему миру. Это был крупнейший и самый разрушительный военный конфликт в истории. Вторая мировая война оказала огромное влияние на судьбу человечества. В результате войны ослабла роль Западной Европы в общемировой политике. Главными державами в мире стали СССР и США. Нацизм и фашизм были признаны Нюрнбергским трибуналом преступными и запрещены.
Во многих западных странах выросла поддержка коммунистических партий благодаря их активному участию в антифашистской борьбе в ходе войны. Для поддержания мира с целью предотвращения новых войн планетарного масштаба державы, победившие антигитлеровской коалиции, сформировали Организацию Объединенных Наций ООН, которая была основана 24 октября 1945 года. ООН заменила собой Лигу Наций. Пять основных союзных государств получили постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Советский Союз и Китайская Республика. Музей открыт каждый день, кроме понедельника и некоторых праздничных дней, список которых доступен на сайте учреждения. В июле и августе осмотр достопримечательностей возможен с 10 до 20.00, а с сентября по июнь с 10 до 18.00. Билеты можно приобрести в кассе музея или онлайн на сайте музея.
Złamanie czerwonej linii stanowiło bezsprzecznie największy wkład Polaków w zwycięstwo nad Niemcami i uratowało życie dziesiątków tysięcy alianckich żołnierzy. Enigma. Rozwiązaniem okazała się Enigma, elektromechaniczne urządzenie szyfrujące. Skomplikowany mechanizm po każdym naciśnięciu danego klawisza powodował obrót tak zwanych. Сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» представителями союзных государств, в том числе СССР, был подписан акт о капитуляции Японии. Вторая мировая война закончилась. 3 сентября 1945 года, на следующий день после капитуляции Японии во Второй мировой войне, указом Президиума Верховного Совета СССР был объявлен День Победы над Японией и окончание Второй мировой войны. Последняя комната была разделена стеной. Он призван символизировать раскол, произошедший после Второй мировой войны. Здесь показан анимационный фильм «Непокоренные», показывающий борьбу поляков за свободу с первого дня Второй мировой войны до падения коммунизма в Европе в 1989 году. Уходя, смотрю на часы и не верится, что я провела в музее 4 часа. Я не знаю, куда ушло время. Прежде чем покинуть здание, я захожу на временные выставки, но после увиденного на основной, они меня уже не впечатляют. Положение музея на реке Матлава рядом с историческим центром Гданска дополнит экскурсионный маршрут каждого посетителя.